ребята, ушастый. За рулем танкист. Блин, в хорошем таком состоянии. Фонарики все на месте. Эти хром накладки. Салончик. Ну видите, как можно сохранить. Да, ушастик. Нормально вообще такой. Вполне. Старички. Вот какой командор, блин. 2,5. Где-то уже внутри эта трава уже выросла. Да, вот эти вот все красавцы. Ну там пыжик. И москвич, да? На гомельских? Да, еще такие ГСМ, короче. Ну тоже, видишь, раритет, бочка с классом. Классная бочка. Да, блин. Вот это супер, конечно, тачка, блин. Все интересно? Да. Еще. Че, это ваша? Какого года? 60-го. Просто интересно. Да, блин. Не, зачем фотографировать? На память? На память? На. Домой кому приедет. Что-что? Домой приедет, там на память можно захерачиваться, сфотографировать. У вас собирается такое? Да не вопрос. Да-да? В Бресте где-то? Это, да, он из Пружан приехал. Из Пружан приехал своим ходом? Аккумулятор заводил на ходу. Обалдеть, блин. Супер. Вообще нету, то есть я начал искать хоть какие-то запчасти на нее, ничего не могу найти, нету их даже ни в продаже, ни в запчастях, ни в кусках, ни в чем. И тут если где-то найти целиком, хотя бы что-то перестать, то хотя бывает расходность. Ну да, еще салон такой прикольный. И ключи даже это, заводи и едь, да? Да.
Ну, смысл вынимать, потому что влезешь и сломают. Ну да, лучше... Тут открыли, посмотрели, ничего нет. Открыли, посмотрели, ничего нету, да? Блин, прикольно. Да, вот такая вот треножка мне. Ах, такой мох. Мох любимый. И такие эти прикольные на крыше молдинги тоже.